Сегодня же участники координационного совещания по обеспечению правопорядка одобрили кандидатуру Владимира Романова для назначения на должность начальника госинспекции безопасности дорожного движения МВД по Чувашии. До этого времени Романов исполнял обязанности начальника ГИБДД. Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос о состоянии работы всех структур и органов власти по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике травматизма. Статистика по-прежнему неутешительная. С наступлением холодов количество ДТП, как водится, возросло. Немаловажное значение имеет и состояние магистралей. Несвоевременная очистка может привести к серьезным последствиям. Подробнее о том, какие меры будут приняты в первоочередном порядке, как развивается межведомственное взаимодействие в рамках программы «Безопасный город» и о других задачах на ближайшее время в следующем выпуске «Республика».